всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, коробка с нитками, Нига, стаканчик, винодел, Алга, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Здравствуйте. Сегодня мы играем на очень классной карте, торговый центр, я буду за аниматроника, пацаны должны запрятаться, так как на этой карте очень много крутых нычек, если пейте, кушайте, приятного аппетита, а я тренируюсь уже на одном из подписчиков. Все, давайте, даю вам 30 секунд, чтобы вы запрятались, а я пока вместе изучу карту, посмотрю, что здесь есть, и по уничтожению стекла, которые не ломаются. Так, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. О, музычка играет, это я? Ну что, вы запрятались? Хлопцы, кулера. Кулер запрятался. Кулера. Настроение, как всегда, очень отлично. Надеюсь, ролик поднимет вам настрой. И все будет хорошо. Я иду уже. Сразу говорю, я выдвинулся искать вас. И кто умирает, будем брать аниматроников с FNAF 6. Они самые прикольные. Все у нас будет FNAF 6. Вижу, кто-то пролетел за предмет. Опа, опа, черепушка. А кто-то летает. Черепица. Черепишка. Черепадла. Иди сюда, быстро. Так, что у нас? Вот тут кто-то ныкается, вот по-любому. Вот по-любому кто-то ныкает. Я бы заныкался точно здесь. Так. Прикольно здесь. Эй, ты врешь, так не может быть. Ты в траве сидел? Да. Ах ты жопа, я еще думал, выйду, посмотрю, кто тут сидит. Так нечестно. Ты видел меня? Прикольная отмазка. Я тебя видел. О, я могу здесь ходить? Я могу здесь летать. А, это это машина картонки просто. Но это машины настоящие. Ладно, летим назад в торговый центр. Димас, ты кого взял? Я Лефти взял. А я иду, иду. Просто так иду. Кого-то я найду, хлопцев замочу, Нигу завалю. Во. О, я вижу, Димас ушел в кинотеатр. Да-да-да, ты же сказал за кинотеатр, я приближаюсь. Эй, банка вонючая. Я видел только что одного игрока. А Пикачу был. Эй, Пикачу, сдохни. Подожди, это кто? Сдохни, Пикачу. Где Пикачу? А ты ж еще не умер. Не, подожди, подожди, подожди. Здесь играет музычка. Прикольно, куча магазинов. Куча всего. Только пацанов не нахожу. Никого. Есть, 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 прощай. Ты хороший был псиной. Отлично. Ты хорошую нычку выбрал. Но, кстати, на тебя это не похоже. Обычно ты намного лучше ныкаешься. Намного. Ты да, поддался мне? И тут с нормальных нычек я не нашел. Есть, есть. Были нычки. Я в траве спрятался, но ты вот меня на иди спалил за мной. Надо было вернуться назад и опять там сесть. Я в два раза тоже там бы не ходил. Хотя зря я это сказал. Я там зажал. Я бы ходил. Да, там уже никак ты не выберешься. Сейчас я найду. Давай, FNAF 6, погнали. Вот. Вот. Музычка такая играет, как в ресторане каком-то. Так, давайте... Димас, да. А если тебя нашли, можно убегать? Да, кстати, можно. Если жопка пригорейшен, то можно убегейшен. Мне нравится тут, короче, яблоко надкушенное, и внизу написано Microsoft. Опа, нашел. Молодец, коробку убил с нитками. А где он был? А там как за прилавком. Эй, прилавки давай, ты чё, на полставки? За прилавками прячусь. Он продавцом устроился там. А я думал, кто тут здесь спрятался, это офигенно бы нычка была. Так, а тут пятнязочка играет. А ты где ищешь, на первом этаже? На первом, да. Я с тобой иду, подожди. Там на втором никого нету, все обыскал. Я кого-то вижу. Так, нас уже трое, Скрэп Бэйби и Лефти. Давайте, открывай калитку. Два, попробуй дверь удалить. А что тут перекрыто? Два удалим. Я на шухаре. Нашли. Отлично. Аж заорал, аж запердел, что ли. Тут ты ртом сделал или головой? Ой, или жопой. Или жопой. Ой, блин, классное настроение. Ну. Вот тут офигенно нычка бы была. Вот почему я их не использую? Почему да, сам? Вот реально мог бы заныкаться. Ну, ты поспешил просто. Ну да. Или я не дал вам время запрятаться. Давай я тут жду. Никого? Тут никого вроде. Ну там мы не пробежим. Там ничего нету.
А тут туалет еще есть? А, ну да, было бы странно, если бы туалетов не было. Ай-яй-яй. А что за калитка, э? Открывайся. Че, наверх? Димас, он на тебя пошел. Так, давайте по порядку прям. Ты, тебе повезло просто. Я тебя даже видел. О, я наверху. Кстати, здесь такие нычки были. Наблевал? Да. Кто-то нарыгал. О, нашел Пикачу, Пикачу. Да, я вижу, давай, я его держу. Все. Отлично, отлично. Сколько людей нашли? Всех нашли или еще кого-то не нашли? Стаканчик остался. Стаканчик. Одноразовый. Где ты? А тут довольно темно. Тогда он, наверное, в темноте где-то ныкается. Тут дверь. Так, давай тут. Давай тут. Я на одном месте хожу вперед, назад, вперед, назад. Пацаны, знаете, заглядывайте за уголки. Как всегда, вы знаете, что можно сесть на картофан и ничего не видно. Димат. Да. А можно другого аниматроника взять? Да, любого бери. О, спасибо. Только который на расстоянии бьет, нельзя, на что прицеливаться. О, тут работает? О, я на эскалаторе еду, смотрите, четко все. Так, чтоб энергию не тратить. Помогать. Давай. Короче, я иду в кинотеатр. Не, давайте еще тут посмотрим. Так, так, так. Внимательно за всеми чё-то кабаками. Чё-то как вам карта? У вас не лагает? Оптимизирована? Да, у меня отчет. 200 мегабайт весит. Такая очень интересная карта. У всех магазинчиках музычка играет такая. Нашел. А, не, мне пока что нашел. Фантазер. А тут камера какая-то. Так, так, так. Вот здесь вот мы еще не искали. Нет, вот никогошеньки. Опа. Знакомый звук от Фокси. Боже мой, кто ж. Нашел! Нашел! Понял, где ты? Да я тебя убью! Убачи его, убачи стаканашку! Вот подлюка закрыл двери. Негодяй, лови его. Все за ним, все за ним. Есть. Все друг друга перемочили. Че, пацаны, давайте теперь будет нас искать Нига, а мы будем прятаться. А почему я? А почему мы? Все, я прописываю чистую карту. Все, сейчас я его... Да, короче, я буду этим скином ныкаться. Че, давайте, 30 секунд, и он начинает нас искать. А, нет, возьму маленький скин, все-таки я хочу в этот раз, чтобы меня никто не нашел. А для этого надо взять чили-пиздрика маленького. Так, сейчас, подождите, у нас есть... Кто у нас есть? Я стал очень... Нет, надо, знаете, кого взять? Собачий патруль. Во, отлично! Отлично, мне уже это нравится очень сильно. Так, Аманкас, давай, сливейшн. Чё-то вы долго. Не-не-не, все, мы, считай, запрятались. Считай? Я вижу, что кто-то еще бегает. Все, я запрятался. Ага, тогда... Ой, подожди, стой, не то прописал, хотел стоп-сом, прописал килл, идиот. Сейчас. Сейчас. Ты отвернись, ты смотришь на то место, где я хочу заныкаться. А я не смотрю, не... Отворачивайся. Так, 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 так. Ну чё, ты готов? Да. Ищи. Ай, чё произошло? Я готов тебя увидеть, как ты мочишь. Где ты? Ты вас искать? Давай. Мы все готовы в ожидании. Да. Побежал, побежал. О, слушай, а я же знаю, как вас можно найти. Ты можешь взять аниматроника, который бьет на расстояние, чтобы было более эпичнее и быстрее. Не понял. Ну что? Ну что вы, готовы забрать проиграть? Да я не готов. Да, у тебя ж никто не спрашивает. О, привет, стаканчик. Куда погнал, пошел? Первый пошел, да? Ну я так запрятался. Стаканчик, я сейчас возьму того, кто бьет на расстоянии. Да, и ты не умрешь. Ой, ты не выживешь.
У меня нычка читерская очень. Стаканчик слился, слышу. Дальше. Давай, не останавливайся. Я просто себя случайно нашел, вот и все. Ой, да ладно, случайно, ты подсматривал, когда он ныкался, летал за ним. Ладно, наугад. Подсказку дашь, наугад. И ищи. Потом, блин, кто-то должен попрятаться. А, нет. Че там, нашло? Нет. Жми удар и просто бегай, ты найдешь по-любому кого-то на расстоянии. Это ж твоя тактика, я не понимаю. Да, я так всегда делаю. Ну а че, мы же вы прячетесь, я ищу, все по-честному. Бегаешь и мочишь. Превратился в маленькое существо, как я. А, ты есть! Еще раз одного и того же слил. Кстати, я тебя вижу. Я возьму камеру в руки, чтобы за тобой наблюдать. Ой! Вот тут офигенно нычка была. Я вижу, как кто-то ныкается. Капхед ныкается, с монтировкой ходит по крыше. Так, назад отходит. Эй, а вот ты где? Ты меня видишь? Да. Эй, уходи! Привет. Уходи, ты меня палишь. Как? А, ну ладно. Ты сюда разговариваешь. Пошел, Крячкин. Тебе как, нормально? Да, четко все. Не пали контору. Где же вы? Где? На. Давай ищи быстрей. Да вас бить. Давай, нажимай кнопку удара и лупаш. Я уже на 2 месте всех. Зайфти так не делает, кстати. Надо другого брать. Во, рядышком. Это Бонька. Пошел. О, сушай. Так. Сюда пошел, ищет меня. Я подозреваю, что... Слушай, а так нельзя. Как? С крыши наблюдаешь. Нельзя так, да? Ну ладно. Задница. Эй, вы где? Так, винодела убили. Слушай, Димас... Как я весь вообще не понимаю? Я в текстурах. Димас где-то рядом должен был с виноделом. Так оно и было. Слушай, а кого я вижу тут? Эй, отвали, дурачочек! О, я фотоаппарат клацаю. А я бегу от всех. Нашел одного. Ух ты, подсрочейший! Вот это... Знаешь, я первый раз говорит, вот столько трупаешь, нам проскользил. Такого еще не было. Че, ищем других? Кто там ищет? Давай, я тоже возьму сейчас мощного. Вот. Ой, чё камера дрожит? Я помню этот баг, у меня он давно проявлялся. Чё, пацаны, нашли? Нет, я кинотеатр. Короче, я буду помогать вам искать, я же псих, вы же знаете. Ой, извините. Ой. Я ж вам говорю, что я профессиональный искальщик. Еще никто от меня не прятал. Ой, извини. Нет. Димас, убей меня еще раз, прошу. Вот кого ты нашел. Вот. Я всех нашел? И друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.